Победы 19-й! Как же классно пробил! Поражает воображение, 18 голов, 13 мяч. Ударом этой 19-й! В самом начале матча роскошным ударом в дальний угол. Вторые 45 минут. За первые мы увидели всего лишь один удар по воротам от хозяев. Ноль в створ. Тут же Урал отвечает шикарно и забивает! И забивает Урал! 1-0! Вот это выпад! Вот это удар Татаринова! Давайте еще раз смотреть. Как же классно пробил. Путается в ногах, путается в мяче, но его не утрачивает. Садов, удар слева! Горище! Галевич! Как говорит один мой друг, бэш! И в девятину. Смотри, аплодируй и кланяйся такому фантастическому удару. Браво! Не берется такое никогда и никем в жизни. Будь ты хоть с ростом в 2 метра и 50 сантиметров. Одну позицию. Играют довольно часто, но об этом позже. Можно бить удар 1-0! Давали сегодня пробивать подобным образом из опорной зоны торпедовцам. Галукин и Лях, причем вот этому молодому человеку, играющему по 25-м номером, которого мы сегодня отмечали за максимальную активность, 1-0. И это Дмитрий Хохло. Ну, подбор тут же, удар, какой гол!